Рада приветствовать вас на своем канале. Очень часто мои подписчицы задают вопрос, из чего лучше вязать носочки. Казалось бы, такое простое изделие, как носочки, но все хотят, чтобы был, скажем, максимально состав натуральный, то есть это какая-нибудь шерсть, чтобы было износостойкое и максимально дольше прослужило изделие. Вот. Сегодня я поговорю о пряже с вами. Это Fibra Natura, серия называется Donna, пряжа турецкая, но разработчик США. Здесь 50 граммов 115 метров и в состав входит 100% меринос. Причем меринос супервош экстра файн, то есть состоит он из тоненьких, скажем, волокон мериноса. Соответственно, пряжа из-за этого очень мягкая, нежная на ощупь. И здесь производитель рекомендует вам стирать до 40 градусов ручной стиркой, то есть, как вы видите, это не 30 стандартных градусов для ручной стирки вязаных изделий из пряжи, а 40, то есть это более уже горячая температура, соответственно, пряжа более стойка к температурам. Вот, и написано, что можно гладить. Вот, здесь я вполне соглашусь, пряжа очень хорошая, и благодаря составу супервош, как раз таки, который чаще всего используют для носочков, обратите на это особое внимание, что пряжа супервош обычно используется для носочков, это значит, что она после стирочки раскрывается, вот, и становится еще более мягче, еще более такая ровнее. Пряжа мне очень нравится данная, она равномерной скруточки от начала до конца, вот, и в работе она непривередливая. Как несмотря на состав 100% мериноса, который имеет свойство пушиться, данная пряжа равномерно скручена, но если вязать из нее вот эти образцы для расчетов, то лучше всего я рекомендую образцы либо отрезать, если кто обрабатывает тепловой обработкой их, вот, либо же, если вы, к примеру, связали и распустили, не делайте это более двух раз, потому что пряжа все-таки имеет свойство расползаться, как и волокна мериноса обычного. Вот. В работе пряжа непривередливая, производитель здесь рекомендует использовать спицы 3,5-4, здесь согласна, данная пряжа используется 3,5-4, если то для вязания более каких-то больших изделий, свитеров, кардиганов. Вот, если же вы хотите связать носочки, то я рекомендую всегда брать потоньше спицы, то есть чтобы получилось вязание плотнее. У меня здесь использованы спицы номер 3, как вы видите, я уже связала один носочек, но я его пока не стирала, то есть я сейчас свяжу второй носочек и обязательно постираю. Что хочу сказать о пряже поведении после стирочки, она действительно раскрывается, изделие становится более мягче, петельки вытягиваются еще более ровнее становятся, и что самое главное, то что изделие не деформируется, то есть какое оно было до стирки размеров, такое и есть, то есть мне очень понравилось то, что не садится и при правильной сушке не вытягивается, то есть очень хорошо все себя ведет. Вот, меринос немножечко, конечно, раскрывается в водичке, то есть он более такой вот мягенький становится, изделие, скажем, такое более в водичке становится более такое мягкое, и вот как своего рода, вот еще раз повторяюсь, раскрывается. Мне очень это понравилось. Вот, пряжа мягкая, несмотря на то, что супервош после стирки, как и все супервоши любого производителя, становится мягче и износостойкая пряжа. То есть эту пряжу я, изделие из нее стирала даже в машинке, то есть изделие также не деформировалось. Вот, гармоничные здесь цвета в этой пряже, гамма, то есть такая вот интересная, можно подобрать на любой вкус. Вот. И обязательно напишите, кто что вязал из данной пряжи. Я слышала, что из пряжи этой вяжут даже аксессуары. К сожалению, шапочки снуды я не вязала из нее, не могу сказать. Но для вязания свитеров шерстяных или же каких-то аксессуаров, скажем, варежек, носочков, то я вязала и мне очень понравилось. Вот. Обязательно прокомментируйте, кому было интересно. Конечно же, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан, и лайкайте. Спасибо, что оставались со мной. Всем пока-пока.